Сегодня у нас 12 мая 2017 года. Вот. Приехали наши братья. Вот они. Привезли. Подними велосипед. Алло, никогда не ложи так. Ты еще как маленький. Стенки поставь, это у нас как градик. Миро. Во, голубей привез, посмотри. Видать, нет. Видно? Кто его знает, все-то темно как-то все. Ой. Ага, сейчас видно. 5 штук. Это голубята и 2 взрослых. Ага. Все, заезжаю, сейчас разгружайся. Мне надо к ней туда попасть. Там открыто, нет? Походу заходит. Все? Ну, чтобы открыл он, замок у него. Угу. Пошел, голубей. Вот наши приехали брат Игорь Дубунов и сестры Надежда Васильевна, Татьяна Кузьминична. Христос воскрес! Воистину воскрес, брат! Мы думали, вы попозже подеете. Вы думали, что мы вечером приедем? Нет, к обеду. А это, у вас дождя не было, да, вчера? Чуть-чуть был. А у нас был ливень неоднократно, раза 3. Там все залито. Мы думали то же самое у вас здесь. Приехали, а тут потеряешка свеженькая такая. Свеженькая. Ну ладно, слава богу. Совсем мало. Так, ну и что?